Здравствуйте, мои дорогие. Вот досталось мне в наследство от Алинки вот такая. Вообще это должны были быть часы. Но подвела печка, все тут обгорело. Тут были стеклышки голубенькие, но они поотваливались. Вот такая птичка. Но мне так жалко выбрасывать. Думаю, может быть, я реанимирую это дело. Вот сейчас попробую дырочку рассверлить. Еще не знаю, по толщине подойдет, не подойдет. Посмотрим, смогу я что-нибудь сделать или нет. Ну, вот дырку я рассверлила. Так. Гаечка не закрутится. Толстовато. Надо будет вот здесь. Как же мне здесь снять? Так, ну ладно, будем думать. Закрутила. Тут еще 4 гирьки есть для этих часов. Но это проще, это я на цепочке их повешу. Как-то вот так будут. Теперь надо думать, что делать. Тут все неровное. Придется, видимо, несколько раз покрасить белой красочкой. Кисточку какую-то взяла несуразную. Будем мы ее докупажить. Что-то больше мне пока ничего в голову не приходит. Ну вот, приготовила я салфеточку. Сейчас попробуем приклеим. Неровная поверхность тут, конечно. Не знаю. Ямочки видно. Ну, больше вот я пока ничего не придумала. Не знаю, получится, не получится. Тут сейчас будут проблемы с этой птичкой. Наверное, надо было бы, конечно, пошпаклевать. Чего-то я подумала и оставила. Так, не умею я и делать, и снимать одновременно это все. Ну, короче говоря, пусть сохнет.
это мы потом отрежем лишнее. Так, где не надо, зачистим шкурочкой. Сейчас остаточки поснимаем. Ой, девчонки, вот читаю комментарии и прям... Вот не понимаю. Постоянно мне задают один и тот же вопрос. Не жалко ли вам уезжать отсюда? Вечную мерзлоту. То ли людям нравится мне больно делать, я не знаю. Или не понимают, что это больно. Прям расстраиваюсь ужасно. Знаете ж мою ситуацию, или просто не знает, или просто люди не знают. В общем, ужасно неприятно. Конечно, из такого климата на север радости мало, но здесь, кроме климата, меня больше-то ничего не устраивает. Я уже говорила тысячу раз об этом. Да и одной мне тут делать абсолютно нечего. А когда уже ноги еле ходят, не все равно, где сидеть у окошка. А здесь-то фиг посидишь. Тут работать надо, тут надо здоровый быть, чтоб тут жить. Очень вас прошу, не задавайте мне таких вопросов. Очень меня расстраиваете. Ну, вот сейчас подклею боковинки. Да, надо было зашпаклевать, конечно, потому что ну совсем неровно видно. И займитесь, кто этим не занимался раньше. Ничего ж сложного нет. Я вам покажу, как салфеточки приклеивать. Да это и в интернете-то есть. Господи, на том же Ютубе там. А то можно какие штучки всякие делать. Ну вот, покрасила я крышу. Вставила механизм. Обрезала стрелки, потому что они... длинные очень для этих часов. Сейчас птичку покрашу. Ну что, мои хорошие, все, часы ходят. Ну, понятно, что здесь это же не ходики, поэтому гирички так, только для красоты. Вот. Завтра, когда они как следует высохнут, я их покрою лаком. И будут они у меня ходить. Тяжело далась мне эта работа. Сложного-то в ней ничего нет, конечно, но просто тяжело.
Ну все, мои дорогие, пока-пока.